В этот четверг, 2 июня, губернатор Тверской области Игорь Руденя совершил рабочую поездку по Твери. Глава региона посетил объекты строительства и социальной сферы города. Тему продолжит наш корреспондент. В микрорайоне Южный, в районе ФОКа имени Султана Ахмерова, ведется строительство новых участков дороги по улицам Левитана и Вологодской. Подрядчик уже завершил подготовительный этап и приступил к основным работам. Также проектом предусмотрен ремонт части дороги по улице Можайского, строительство тротуаров и велодорожки, в том числе с переустройством инженерных коммуникаций. Дорога будет от дома по Можайскому до 52-го дома. А улица Левитана? И здесь будем соединять Вологодскую и Левитана. Глава региона поставил задачу максимально оперативно и на высоком уровне выполнить работы на объекте, востребованном у жителей микрорайона. В этот же день Игорь Руденя посетил площадку строительства крытого футбольного манежа в Заволжье. Сейчас здесь ведется разработка котлована, трамбовка песка, устройство бетонного фундамента и его гидроизоляция. Также Игорь Руденя проинспектировал строительство грибной базы на Тверце. На объекте полностью завершены работы по вдавливанию свай, бетонная подготовка под монолитную плиту фундамента, гидроизоляция, армирование и бетонирование фундаментной плиты. Продолжается утепление стен этажа, монтаж металлического каркаса, кладка внутренних стен цоколя. Во время рабочей поездки глава региона посетил школу номер 15, где в этом году началась масштабная модернизация при поддержке из федерального бюджета. Мы планируем здесь заменить кровлю, мы планируем привести в порядок фасад, коридоры, лестницы, спортивный зал. В работе по дизайн-проекту, по идеям участвует все педагогическое сообщество, родители наших обучающихся участвуют, соответственно, специалисты управления образованием. Мы вместе командой ищем тот новый облик, который приобретет эта школа. Игорь Руденя подчеркнул, важно создать максимально комфортные условия для учебы детей, установить самое современное оборудование, обеспечить безопасность ребят.